На часах 7:52 утра. Солнце пока не жаркое, как раз оно вообще за тучку зашло. Спокойненькое море. Идем по тропе Голицына. Самое начало. Пока нет большого потока людей. Они пойдут после 10 обычно. Не жарко, свежий воздух, море. Благодать. Вау. 7:59 утра. Грот Голицына абсолютно пустой. Вот это лучшее время для посещения этого крутого места. Для фотографий. Кто рано встает, тот занимает лучшие места для фотографий. Для вдохновения, для изучения. Вот и знаменитый грот Голицына. Здесь находятся винные подвалы, где князь Голицын хранил вино. Ну а для безалкогольных ребят тут можно хранить не только вино, а, конечно, свежую, чистую водичку. Поэтому такое замечательное хранилище, причем здесь сохранили даже такие выемки под бутылочки с вином, вот по краям, вообще круто. На сцене этой выступал Шаляпин, песни. Приезжал сам император Николай II осмотреть имение Голицына. Ну, а мы теперь наслаждаемся тем, что досталось в наследие. А, и, кстати, здесь вот находится колодец. Сейчас в нем нет воды, но по истории это был как раз колодец с чистой водой. Колодец, колодец, дай воды напиться. Ну как, там есть вода? Ну, глубоко есть. Это очень глубоко, да? Оттуда не видно, да? Здесь воды нет. Пляс, пляс, пляс.